День показов начинается с небольшой концерта. На сцене сейчас лауреаты премии «Песня года» группа вы сейчас испытываете вот в данном мероприятии, и как было принято решение вот сюда попасть? Ну, во-первых, эмоции какие можно испытывать, когда столько много народу красивого пришло на показ МОД, да, конечно же, волнение, какое-то переживание, естественно, думаешь, что ты не хуже других. Не, ну вообще это в первую очередь эстетическое наслаждение, да, потому что здесь, правда, очень много красивых людей, очень много красивых образов. Мы сегодня здесь пришли, начиная как бы с презентации нашего друга Яны Тамах, которая сегодня презентовала книгу «Звездный стиль», и мы были, собственно говоря, теми людьми, кто ее поддерживал в этом выпуске, в этой книге. Выступали сейчас на открытии, соответственно, показов. И вообще, с одной стороны, конечно, эмоции исключительно позитивные, а с другой стороны, это такой, знаешь, действительно небольшой эффект волнения, который делает тебя очень живым. И волнение вообще очень полезные эмоции, поэтому когда говорят, что вы за эмоции испытываете, мы испытываем волнение, но это очень радостное волнение. Ну и у нас тоже, конечно, сегодня произошло событие, которое для нас очень значимое, потому что буквально недавно на днях мы закончили работу над новой песней, и сегодня мы практически, собственно говоря, вместе с нашей коллегой Мариночкой Дрожжиной открывали мероприятие, поэтому и мы волновались вдвойне. Да. Примите наши искренние поздравления. Спасибо. Хотелось бы спросить, вот раз это тема все-таки моды, то в повседневной жизни каким брендам вы больше отдаете предпочтение? Вообще тема с брендами, она тема такая, знаешь, как бы краеугольная, потому что кто-то выбирает действительно одежду именно брендовую для того, чтобы даже не сомневаться в том качестве, которое он выбирает. Кто-то выбирает вещи дизайнерские и тоже отчасти как бы это какая-то своя ниша. Там в нашем гардеробе есть и, там, ну, про себя могу сказать, да, что есть и дизайнерские вещи, которые от каких-то там именитых брендов, и очень много вещей, которые шиты нашими российскими дизайнерами. У нас очень много друзей, допустим, с той же самой школы Славы Зайцева, молодых дизайнеров, которые шьют для нас. Шьют, кстати, одни из наших там сценических костюмов сейчас создаются дизайнером школы Вячеслава Зайцева. И вообще я хочу сказать, что там ребята учатся настолько креативно и настолько хорошо понимающие крои и структуры, что вещи их носить даже в бытовой жизни, в обычной, это одно удовольствие. Поэтому да, гардероб разнообразный. Но вообще, на самом деле, для нас очень важно, чтобы вещь была не только там какая-то дизайнерская или брендовая. Самое главное, чтобы вещь подходила к нутру человека, да, то есть чтобы она отображала и олицетворяла то, чем ты являешься на данный момент. Поэтому в нашем гардеробе мы стараемся иметь такие вещи, которые именно подчеркивают свой индивидуальный стиль. А каким тканям вы отдаете предпочтение больше всего? Ну вот, скажем так, в обычной жизни это большей частью, кстати, трикотаж, потому что жизнь артиста, она связана по большому счету, мы, наверное, 80, если не 90% проводим в дороге. И трикотаж – это один из тех материалов, который позволяет, во-первых, себя комфортно чувствовать, во-вторых, он, особенно там, если трикотаж с какими-то там нитками, которые не мнутся, то это вообще самый идеальный, наверное, материал для гастрольной артистической жизни. Ну, я люблю, в принципе, джинсы, ту одежду, которая удобная, вот, где не нужно заморачиваться, там, 10 куча, там, этих пуговиц, там, и прочее, прочее. Одел джинсы, одел футболку, одел
И пошел, короче. Ну, в общем, джинсы и трикотаж, да. Скажите, а вот сейчас мода очень многогранна. Для кого сейчас мода в вашем понимании, в вашем восприятии? Ну, она же, с одной стороны, многогранна, а с другой стороны, что-то происходит в мире, и мода это всегда отображает. И то, что сейчас как-то вот происходит в мире, оно тоже отображено там и в коллекциях. И опять же, есть такая некая цикличность, когда коллекции постоянно возвращаются в прошлое. Это очень связано, допустим, и с тем, что делаем мы, потому что, там, несмотря на то, что мы молодо выглядим, мы относимся к дискотеке 90-х. И кажется, да, что это как бы нечто прошлое, но это и новое прочтение прошлого. И с модой это, ну, напрямую, скажем так, связано. Поэтому мне кажется, что, наверное, ответом самым правильным на твой вопрос будет то, что мода всегда отображала жизнь. Отображала циклы жизни, отображала суть того, что происходило. И дизайнеры всегда, если происходил какой-то мировой, ну, там, какое-то событие мирового масштаба, всегда это так или иначе отражалось там в коллекции. И это всегда тенденция такая, чтобы все-таки внутреннее содержание того, что делается, оно как-то отражало и то, что происходит вокруг. То есть и форма, и содержание были гармоничны. Я думаю, что мода – это, в принципе, то, что всегда должно двигаться вперед. И это что-то некое такое энергичное, поэтому, в принципе, в моем понимании, все-таки модой пользуется больше молодежь. Вот. Ну, а потом уже, конечно, более старшее поколение. Но, как уже правильно мы сказали ранее, оно должно отображать все-таки твое «я». И буквально финальный вопрос. Планируете ли вы снова посещать Estet Fashion Week? Конечно, планируем. Во-первых, потому что у нас здесь очень много друзей, а с друзьями встречаться всегда приятно. Мы всегда посещаем мероприятия, так как мы очень занимаем активную жизненную позицию, в принципе, в своей и не только в своей социальной жизни. Вот, поэтому нас часто приглашают на подобного рода мероприятия. Будем ходить обязательно. Спасибо. Привет, друзья, с вами группа H2O, специально для фэшн-концерта.